До нас сьогодні завітав радник голови Миколаївської облдержадміністрації Максим Бревда. Вітаємо вас. Доброе утро. Будемо анонсувати тріатлон, спортивний фестиваль, якого чекали абсолютно усі наші миколаївці, який буде відбуватися вже завтра. Вам слово, коли, як і де можуть приєднатися миколаївці до спортивного фестивалю. Завтра у нас старт в 10 утра в Парке Победы. Вот, стартует первый чемпионат в области, который пройдет по триатлону. Регистрация шла на сайте, но мы сделали, получается, возможность регистрации по месту в 9 утра. Вот. Сегодня к нам приехал Виталий Кондратьев, профильный зам, как раз который, скажем, курирует и занимается триатлоном. Триатлон как бы больше его головная боль и его идея, и он у нас фанат триатлона, ну, очень яркий такой энергичный вид спорта на выносливость. Вот, дистанции будут совершенно небольшие, то есть мы сделали так, что регистрация бесплатная и участие, в принципе, идет небольшие дистанции, 200 метров плавания, 12 километров вело заезд и 3 километра беговая дистанция. То есть, в принципе, такие дистанции, которые могут даже неподготовленные просто спортивный, обычный любитель вполне пройти, выжить, да, доехать. Вот. Также мы подтянули партнеров турагентства, которое нам выдает, дарит лучшему спортсмену по результату, будет ну, путевка выдана, вроде бы как обещают Францию. Вот. Поэтому мы надеемся, что мы... Ну, еще будут мелкие призы разные, там, поощрительные, то есть это все будет тоже. Это то, что касается 10 утра, это старт именно по триатлону. Потом к 12 часам триатлонисты заканчивают свой финиш на новом стадионе на Парке Победы. Именно внутренне забегают, получается, пробегаются, мы их все ждем. Вот. После чего будет большой парад спортивный, где будут участвовать как на Олимпийских играх, там и федерации, и клубы, и спортивные школы. Вот, парад вместе с триатлонистами выстраивается, приглашаются мэр и глава облдержадминистрации, они открывают мероприятие, награждают триатлонистов, ну, то есть призеров, которые у нас победили, вручают путевку, вот, после чего открывается стадион, и у нас начинается на одной локации, вначале начинаются олимпийские уроки, то есть поле делится футбольное там, на 5, 6, 8 mm-hmm. локаций, и каждая школа презентует какие-то свои, там, ну, то есть свои школы, как они тренируют детей, там фехтовальщицы, фехтовальщики, фехтование, там футболисты, т.д. и т.п. Вот. После чего все уходят, начинается у нас главная сцена, где будет у нас показательное выступление, не сцена, а там, скажем, покрытие стелем, как бы, откуда будет идти главная локация. И по полю, по всему будут разбиты локации, то есть будет чемпионат по пауэрлифтингу, уже больше 70 спортсменов зарегистрировалось, будет чемпионат по армрестлингу, будет чемпионат по сухой гребле, будет чемпионат по подтягиванию, воркауту там и брусьям, и из них практически все чемпионаты мы сделали с призовыми фондами, то есть там можно выиграть там первое призовое, по-моему, на сухой гребле 800 гривен, там в армрестлинге, по-моему, тоже 800, то есть, ну, то есть сделали призовые фонды специально, чтобы, скажем, создать небольшой такой ажиотаж, и людям было какой-то стимул, то есть все-таки соревнования идут как не суперпрофессиональные, то есть это не официальный там, чемпионат какой-то Украины, да, это идут больше любительские соревнования, участвуют как и любители спорта, так и спортсмены. Я уверен, что будут спортсмены, потому что они захотят выиграть, вот, как обычно. Вот. Ну, в принципе, сделали всем желающим, шансы да, есть. Всем же трезвым желающим спортивным мы даем шанс отлично по спортивному провести в субботу с нами на стадионе открыть. На самом деле стадион очень красивый, буквально вчера, позавчера был. Ну, я надеюсь, что в этот раз его запустят уже с толком и надолго, что он уже будет у нас функционировать и радовать и спортсменов, и горожан своим открытием. Поэтому посмотрим, как оно пойдет. Ви сказали, що на триатлон ви дозволили людям реєстрацію у момент початку триатлону, а ось на наступні змагання також люди можуть просто підходити, чи необхідно сьогодні встигнути зробити реєстрацію? Ні, ми зробили відкриту реєстрацію, тобто везде на СМІ, які вже ушли, у нас по рекламе обратно, в принципе, все очень активно. Мы подключили все свои рычаги по СМИ, по там сейчас и бигборды, и ситилайты, и ролики, видео везде идут, и радио идет. То есть мы сделали возможность предварительной регистрации и регистрации по месту. То есть везде прописано, во сколько стартует регистрация. Кто не успел зарегистрироваться заранее через там, телефоны, которые давались на всех новостных сайтах, может это сделать по месту. Вот. Единственное, что по триатлону будут просить либо медицинскую страховку, самую простую, либо же любую обычную справку с любой больницы, что человек допуск есть, он здоров. Потому что спорт
И все-таки на выносливость нам не надо лишней, не дай бог, проблемы, чтобы люди все-таки были здоровы физически, чтобы выдержать. Тобто людям шли... необходимо подготовить да, медичную да, доведку. И четкие там ограничения в том плане, что для велосипедов они обязательно должны быть в верхнем шлеме, потому что тоже, не дай бог, чтобы... Ну, это по правилам. Как бы. Все остальное, в принципе, ограничений никаких нет. Вот, это самые такие главные моменты. Это больше даже не чемпионат по триатлону, а такое больше шоу для того, чтобы люди увидели, почувствовали, что это за вид спорта. Потому что с такими дистанциями, профессиональним триатлоном, наверное, это тяжело назвать. Дійсно, ваш спортивний фестиваль можна назвати гордо шоу, тому що у вас не тільки спортивні змагання, а й велика концертна програма, концертні виступи, показові виступи спортсменів. Хотілося б про це детальніше. Ви сказали, що різноманітні школи будуть презентувати свої види спорту. Кого запрошували? У нас тут получилось так, что мы планировали еще масштабнее все, но из-за того, что получилось, там немножко сдвинулись даты по стадиону, так как там есть моменты и документальные, и подготовки стадиона, то есть мы не рассчитывали, что у нас совпадет все это мероприятие, конечно, на 16 число, и, конечно же, рассчитывали на все городские школы спорта, но в связи с тем, что у нас, получается, совпало это все с Днем города, и многие мероприятия разделены, многие ребята едут на День города там, на 10 утра, на 11, потом оттуда бегут к нам, то есть и некоторые не могут, то есть мы, в общем, сейчас с городским управлением, так скажем, по-дружески делим, то есть понятно, что у нас больше присутствие будет областных, но и городские будут, но в меньшем количестве. Плюс мы приглашали, там будут команды бейсбола, команды американского футбола, несколько команд футболистов, вот, несколько крупных спортивных клубов, то есть частных, которые тоже команды свои выставляют. Будут разные команды, школы, там, фехтования, все, что касается областников, то есть я знаю, что там минимум, по-моему, 10 школ спортивных участвуют. Но было бы в два раза больше, если бы у нас, конечно, не совпал День города, но я думаю, все равно это будет очень большое количество людей, и будет народ и в центре, и у нас, и мы надеемся, что где-то к 6 мы, если финишируем, то мы всех людей со стадиона еще порекламируем и отправим на городской концерт, который будет в 7 часов. Очікується просто феєричний фестиваль, але хотілося б нагадати нашим телеглядачам, о котрій годині початок, і знову ж таки по таймінгу, де вони можуть вибірково, якщо вони не встигають на початок, куди їм можна підійти для того, щоб встигнути на наступні виступи. 10:00 старт триатлона, 12:00 у нас старт офіційної частини, тобто парад і все остальне, плюс-мінус 30-40 минут, тому що как у нас глава Будапештской администрации вместе с городским головой успеют добраться с центра, потому что они тоже будут в 10 утра там делать, я, наверное, обход и поздравлять горожан с Днем города. В общем, будем ждать, надеемся, что они побыстрее приедут, ну, где-то 12:30. То есть многие соревнования начинаются в час дня, по-моему, стартует у нас локация по пауэрлифтингу, где-то в 2:30, в 3 стартует локация по турнир по армрестлингу, сухая гребля, по-моему, стартует у нас в 2 часа дня, по подтягиванию. Ну, то есть там, в принципе, вот в момент открытия будут уже говорить точно старты и начало регистрации всех этих локаций. И люди уже будут, ну, как говорится, ориентироваться. То есть желательно быть в 12, пол первого, по возможности там. Кто хочет, в 10 утра приехать можно на Парк Победы, на первый старт по триатлону. Он будет на отдельной локации, именно на пляже Стрелка. Там будет все стартовать, может посмотреть красивый старт, посмотреть, что такое вообще триатлон. Вот, кто не успевает, приезжайте уже на награждение, на красивые, скажем, парады, на все уже торжественное открытие. Я думаю, що у вас буде дуже багато учасників, тому що Миколаївщина доводить, що Миколаївщина спортивна, але не можемо також оминути увагою тематику траси здоров'я. Наболівши. Вже вчора проходив ще один семінар щодо траси здоров'я. Хотілося б дізнатися, які є рішення. Да, я вчера уже, скажем, немножко пользуясь своими маленькими полномочиями как советник Волдеш администрации, собрал, то есть вручил личные письма с штампами ОДА и собрал вчера депутатов городского совета, собрал несколько заместителей профильных. Один был у нас с самого начала заседания, второй в конце. Вот, главный архитектор был, то есть, в принципе, состав был довольно-таки серьезный. Депутаты были с разной фракции, то есть мы пригласили все фракции, то есть, безусловно, чтобы не было там приоритета. Обсудили очень важные моменты, потому что мы уже свою работу, скажем, рабочая группа более-менее подготовила за год. Хотелось бы уже ускоряться. Мы понимаем, дальше у нас движение без депутатов, без поддержки
городских властей у нас уже не получается. И мы обратились с помощью, что предоставили, скажем, материалы, там скоро выйдет документ полный, который верстается, и попросили помочь решить этот вопрос не за 10 лет. Вот. На что, в принципе, сейчас найдены некоторые ответы. Есть, конечно, как обычно, у нас куча подводных камней, но решили, чтобы проект реализовать быстрее, возможно, если, дай бог, я уже боюсь что-то заговаривать, на апрель стартовать хотя бы с первыми шагами, что касается именно трассы здоровья, вот, и разделить, скажем, вообще немножко разделить отдельно реконструкцию и зонирование вообще всего парка в целом, потому что там 42 или 44 гектара всего, и отдельно трассу здоровья, начать с малого. То есть, потому что если мы будем трассу здоровья рассматривать как целая и неотъемлемую часть от Парка Победы, мы очень сильно застрянем, потому что там проект займет и подготовка, и все экспертизы очень немало времени, потому что огромная территория, не так просто ее быстро сделать. Поэтому она не держит. Мы решили делать трассу здоровья, пойдет дополнительный трафик людей, город отреагирует, людям будет комфортно, и потихоньку мы будем доделывать уже всю концепцию парка параллельно этому. Иначе мы будем так долго заседать, и вы будете долго брать у нас интервью. Я буду все время умничать, а результата не будет. Що ж, ми сподіваємося, що дійсно зовсім скоро вже в Миколаєві з'явиться траса здоров'я, яку чекають абсолютно всі миколаївці. Хочемо нагадати, що сьогодні до нас завітав радник голови Миколаївської облдержадміністрації Максим Бревда. І наостанок хочемо презентувати вам ролик запрошення на спортивний фестиваль на триатлон від нового дня та нашого гостя. 16 вересня – перший масштабний спортивний фестиваль. «Спортфест» – чемпіонат з триатлону. І патронатом голови ОДА Олексія Сашина. Змагання з 5 видів спорту. Показові виступи спортивних шкіл і федерацій. Спортивний парад. Перший масштабний спортивний фестиваль. Чемпіонат з триатлону. Святковий ярмарок. «Спортфест». Генеральні партнери – компанія «Н-Авто», «Золотий колес», «Завод Екватор», партнери заходу – «Фітнес-клуб», «Джимстайл», «Турагенція», «Борг Трі», «Лайн Стор», медіапартнери – рекламні агентства «Позитив» та «Мармелад», кінотеатр «Мультиплекс», «Радіо Квартал» та